Сегодня проснулись пораньше, в 2 часа дня. И Данька отказался идти в булочную, в буланжери. Пришлось мне ранним субботним утром в 2 часа дня. Я иду за круассанами. Вот эти зелененькие деревца, это магнолии, они уже отцвели и распустились листики. Так. Народ уже гуляет во всем. Даже кафешка вон открылась, итальянская. Так, вот такие вкусные пироженки, наши любимые тортики. Ага. Что бы нам такого сегодня вкусненького? Je voudrais une baguette, s'il vous plaît, 4 croissants et 4 escargots au chocolat pistache. Пока я ходила за круассанами, вот решила зайти в соседний подъезд около дома, показать, как вот эти цветочки на заборе. У нас тут, вот здесь особенно красиво. Елочка дала новые побеги. А еще сейчас я покажу на нашем, около нашего подъезда птичка свела гнездышко. И тут вот было гнездо. Сейчас. Вот оно. Там тут прям их несколько, раз-два. Маргаритки.